У ефірі програма «Новини регіону» у студії Кристіна Каранкевич. Вітаю вас, глядіть у нашому випуску. Зробіть роботу АПК більш ефективною. Агропромисловий союз Могилівської області узнавів активну працю. Гран-при міжнародного фестивалю «Золотая пчолка» у всіх трьох номінаціях засталися у Білорусі. Емоції і уражені у нашому випуску. У підтримку здорового ладу життя у агрогородку Кадіна Могилівського району відкрили воркаут-пляцовку. Зробіть роботу агропромислового комплексу Могилевской области больше эффективной. Про это и шла говорка на семинаре на чале с министром сельской господарки и харчевания. Керовництво в области, старшине райвыконкамов, господарок и фермеры сошлись в меркованні, что основная причина низкой эффективности працы – порушение технологии и дисципліни. Молочная галина шмат у чим визначає економіку не тільки особного сільгаспредприємства. У той час, як одні господарки працюють з поспіхом і отримують добрі надої, інші ледь зводять концы з концами. Причину експерти бачать у порушенні технологічних регламентів. Всі ми повинні за п'ятилетку 2015 року вийти на 1 310 000 тонн молока. Ми обеспечили за 2015 рік 738 тисяч тонн, або 56% іменно від програми. Менше крупна рата скота, менше привісу. Необхідно ліквідувати ту безхозяйність, яка, к сожалению, має місце, підняти на більш високий рівень технічну дисципліну і виконавську дисципліну. На думку спеціалістів, перше, що треба зробити, привести у порядок технологічне обсталювання, мати добрі ветеринарні препарати, нарихтувати якісні корми. Наприклад, у господарці «Гігант» Бобруйського району удільникам семінару дали майстер-клас. До речі, сьогодні тут реалізують інвестпроект, який дозволить знизити видатки на білкові корми і повисить продукційність живіл. На 15-20% увеличить вихід продукції, либо обратним путем, якщо не потрібно увеличувати привіз, то на этот же привес будет меньше на 20% расходоваться. Эффективность залежит и от взаимодействия с навыковцами, и от подрыхтунки кадров. Дальше у Белорусской сельскохозяйственной академии переглядели в учебные планы. Теперь 70% учебного часу – это практика. Уделяется большое внимание, чтобы наши студенты прошли хорошую производственную практику в базовых хозяйствах. Очень важно, чтобы уже, придя на производство, он знал азы технологий возделывания сельскохозяйственных культур, животноводства, механизацию. Могилевская область вырабляет пятую частку продуктов харчевания от агульно-республиканского объема. Половы идет на экспорт. Важная роль у вытворчести отведена взаимодействию переопрацовщиков с поставщиками сыровины. У нас создана мобильная рабочая группа, которая дает методические рекомендации хозяйствам, производителям сырья. Мы обеспечиваем хозяйство моющими, чистящими, вырабатываем общую политику при работе с сырьем. Конечно, хотелось бы, чтобы и свинина была лучше, да. То есть почему? Потому что от этого зависит не только качество, но и экономика предприятия. Ну, мы, в свою очередь, конечно же, будем поддерживать наших сельхозпроизводителей путем авансирования, значит, формирования так называемых сырьевых зон. Сёлета узнавил активную працу агропромысловый союз Могилевской области. Его задача – про повышение квалификации працовников, наладживание взаимодействия помеж сельскохозяйственными организациями, уплывать на эффективную працу галины. Алина Соловьева, Александр Тарасов, «Новини региона». І до інших тем. Регістрація на уділ у основному етапі централізованого тестування завершена. Нагадаємо, тести пройдуть з 12 червня по 2 липня. Першим буде білоруська мова, а пошнім абітурієнти будуть здавати сусвітну історію «Новіший час». Зарегіструватися на тестування у резервовий день дозволено з 30 червня по 3 липня. До речі, сьогодні для доздачі тестування продугледжені 3 дні. Резервові тести прийдеться здавати у Білоруському державному університеті у столиці. У этом году по области зарегистрировано на ЦТ 36 615 человека тестов. Больше летожнего – амаль на 5 тысяч. Это связано с тем, тлумачат специалисты, что сёлета дозволено сдавать 4 предметы. Початок тестирования у Тымлику и у резервовые дни у 11.00. Не забывайте пашпорт и пропуск. Отрымать сертификаты абитуриенты смогут у пунктах тестирования с 10 липня. И годные яны будут 2 года.
Гран-при міжнароднага фестывалю дзіцячай творчасці «Залатая пчолка» ва ўсіх трох номінацыях засталіся ў Беларусі. Пры тым, што сёлета ў Клімавічы прыехалі юныя таленты з 8 краін свету. І журы дало высокую адзнаку падрыхтоўцы конкурсантаў. Так што, як адзначылі ў Міністэрстве культуры, фестывалю «Залатая пчолка» быць. Цяпер ён будзе ладзіцца штогод і менавіта ў статусе міжнародны. Працяг тэмы ў Тетяны Сергійчык. Міжнародны фестываль «Залатая пчолка» – гэта не просто конкурс дзіцячай творчасці, гэта цэлае свята дзяцінства, як для гасцей, так і мясцовых жыхароў, не гледзячы на надвор'е. Я хоть и статуя, но я живая статуя, поэтому дождь меня очень беспокоит. Здесь очень много талантливых детей, здесь очень весело, и нам здесь очень нравится. Мы приехали из Калининграда, это Россия, и нам действительно очень нравится на этом конкурсе. Я уже во второй раз, некоторые, может быть, в третий. Здесь очень интересно все устроено, ярмарка большая. Мы приехали из Казани. Очень гостеприимный город, очень красиво здесь, комфортно нам, нам очень нравится. Это у себя дома. Хорошо к нам относитесь. Беларусь да. Нам наш дом напоминает. Да, на самом деле. Спасибо вам. Ну, за природу. И вам спасибо. Пасля конкурсных праслухоўванняў удзельнікі журы адзначаюць, узровень выканаўцаў высокі, імпануе, што мастацкія кіраўнікі шукаюць для сваіх выхаванцаў новыя цікавыя накірункі творчасці. Два города в Болгарии надели тоже такой международный детский конкурс. И я им дал идею, ну смотрите и возьмите самое хорошее, что я делаю там в Климовиче. Это как-то это праздник города, это замечательно, что это не только конкурс, а праздник города. Мне очень нравится сама организация, потому что всех ребят встречают кураторы. Кураторы направляют, куда идти, когда идти, потому что площадки же работают там на улице, несколько площадок, во дворце. Фестываль «Залатая пчолка» ладзіцца з 1996 года. У 2001 атрымаў статус міжнароднага. Летась прапанавалі зрабіць яго зноў рэгіянальным, але на фестываль прыехалі замежныя калектывы, і «Залатая пчолка» даказала сваё права на жыццё. Як адзначыў намеснік міністра культуры Беларусі Васіль Чэрнік, фестываль у Клімавічах спрыяе развіццю дзіцячай творчасці і эстэтычнаму выхаванню моладзі. Принято решение на уровне правительства Республики Беларусь, которое утвердило перечень фестивалей, проводимых в нашей республике, с их периодичностью. Так вот, хочу сказать о том, что фестиваль международного детского творчества теперь будет проводиться ежегодно. То есть мы вновь возвращаемся к старому формату, который оправдан. Гран-пры на міжнародным фестывалі «Залатая пчолка» ў номінацыі «Хореаграфічнае мастацтва» атрымаў узорны ансамбль «Кужалёк» Магілёўскага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі «Агат». Гран-пры ў номінацыі «Вакальнае мастацтва» атрымалі дуэт Алены Дабравольскай і Паліны Петраш з Бабруйскага цэнтра дзяцей і моладзі «Росквіт» і салістка Нацыянальнага цэнтра музычных мастацтваў імя Мулявіна Маладзёжнага тэатра эстрады Мінска Марыя Жыліна. Тетяна Сергійчик, Миколай Соболєв. Новини регіону. За час існавання міжнароднага фестывалю дзіцячай творчасці «Залатая пчолка» у ім прымалі ўдзел калектывы з 23 краін. Сёлета ўпершыню на конкурс прыехалі юныя артысты з Сербіі. Па традыцыі ў гарадскім парку горада Клімавічы каля скульптурнай кампазіцыі «Залатая пчолка» заклалі знак сімвалічнай соты. Ганаровую місію выканалі старшыня Клімавіцкага райвыканкама Васіль Захарэнка і кіраўнік ансамбля народнага танца з горада Белград Заран Метроўскі. Это очередная страна. Все страны, которые побывали у нас на фестивале, они, делегации этих стран, заложили свои таблички возле памятного знака нашему фестивалю «Золотая пчелка». Для Климович это действительно событие. И особенно для местных жителей это праздник и очень масштабный праздник. Мы здесь очень приятно чувствуемся, чувствуем славянский дух, понимаете, что мы никогда не были в этой части Европы, и все, организация профессиональная, очень довольны. Беларусь адзначыла міжнародны алімпійскі дзень. Спартыўныя акцыі адбыліся ў Магілёўскай вобласці. Спартланды і віктарыны – паказальныя выступленні юных атлетаў. Не абышлося і без візіту саміх алімпійцаў. На адну з такіх сустрэч завітаў і срэбраны прызёр алімпіяду ў Ванкуверы Сяргій Новікаў.
Впечатления, как всегда, позитивные. Не в первый раз, да, мы проводим в этом месте праздник. Большое спасибо представительству Национального олимпийского комитета по Могилевской области, что для наших детишек спортивных школ представляют такой праздник, где мы показываем и своим примером, и на общем примере, что нужно заниматься и вести здоровый образ жизни. Вот этот праздник способствует такому продвижению. Для развития спорта и популяризации здорового ладу життя у агроградку Кадзіна Могилевского района открыли воркаут-пляцовку. С нагоды открытия тут зладили целый фестиваль здорового ладу життя с майстер-классами по мыловарению, вязанию и танцах. Але у центра уваги были все ж таки выступления удельников Федерации по воркауту. Здоровый образ жизни из каких элементов состоит и складывается? Из хорошего настроения, полезного питания, спорта каждый день. Желание прежде всего нужно. И что-то уметь и себя контролировать везде. Это здоровое питание. Нужно по утрам на пробежечку бегать, конечно же. Ну и вот на таких площадках заниматься. Воркаут-пляцовку побудовали у агрогородку Кадзіна еще у красавіку. До официального открытия мясцовые жыхары поспели надать ей статус основного спортивного объекта. Займаться приходят нават семьями. Не только дети, и сами можно прийти на турниках, спортом позаниматься в свободное время, в выходные. Такая площадка будет хорошим, как сказать, подспорьем для развития спортивной жизни. Это то, что детям реально нравится. То есть детям, молодежи. Вот, в принципе, это и была наша эта идея, чтобы им понравилось, чтобы они, ну, скажем так, нашли реальную альтернативу употреблению алкоголя, табака и так далее. Что ты любишь на новой площадке делать? Ну, играть. А что, на каких турниках? Ну, на голках. Пакуль для основной большинства малых эта пляцовка худший объект забавляльный, чем спортивный. Але организаторы уверены, выник обовязково будет. Майстер-класс показал, как можно переутворить гульню у спорт. Базовые упражнения – это подтягивание, отжимания на брусьях, отжимания от пола, то есть какие-то базовые даже элементы, то есть, например, выход силой, то есть, ну и какие-то вот такого рода элементы. То есть начинали мы с этого, а потом, скажем так, с повышением опыта и мастерства мы уже приступали к изучению более таких сложных элементов. Если этот интерес перерастет с простого лазения по турникам к чему-то большему, то есть, ну, целенаправленно заниматься, выполнять какие-то упражнения, то есть все шансы, все возможности, в том числе, ну, при присутствии таких площадок, добиться хорошего будущего и спортивных результатов. Сколько раз можешь отжаться? 5 можешь? Покажи. 4, 5. Умничка какая! Катерина Балукова, Александр Артемьев, новини региона. Між тым, Магілёў прымаў другі этап чэмпіяната Беларусі па дрыфте. Спаборніцтвы традыцыйна прайшлі ў магілёўскім аэрапорте. Амаль 30 пілотаў з 4 краін свету – Расіі, Літвы, Украіны і Беларусі – зрабілі сапраўднае шоу. Памеры і пакрыццё пляцовак у магілёўскім аэрапорте дазваляюць арганізатарам штогод распрацоўваць дынамічныя і складаныя канфігурацыі трасы. Сёлета па водгуках гасцей і пілотаў упершыню за 6-гадовую гісторыю беларускага чэмпіянату ў цэлым была распрацавана суперхуткасная пастаноўка ці пачатак трасы. Сярэдняя хуткасць у 140 км ў гадзіну пры ўваходзе на дыстанцыю патрабавала ад пілотаў максімальнай тэхнічнасці. Нам здесь поставили задачу, что мы не должны начинать постановку пауэрдрифтом, то есть ручник, газ и поехали. Нам здесь нужно поставиться и инерционно пролететь достаточно большой поворот для того, чтобы дотянуть до нужных клиперов. Сложновато это делать, то есть это нужно разогнаться максимум, что может автомобиль. И вот в каком-то неуправляемом таком полете двухсекундном ты летишь куда нужно. У финальном заезде сустрелись абсолютный чемпион у всех могилевских этапов минчанин Сергей Сак и москвич Павел Бусыгин. И у першиню у самом финале судьи назначают переезд, по выниках якого первое место. Заливает Павел Бусыгин! Финал не бывает ненапряженный, естественно, эмоции переполняли, старался ехать на максимум возможностей, но Серега, судя по всему, тоже. Ну, я получил просто нереальное удовольствие. У меня еще и было 2 заезда, получается, у Сергея было 2 жизни, поэтому просто на 200% кайфанул.
Чемпіонат Білорусі по дрифті протягується. Наступний етап пройде 23 липня у Лагойську. Павел Савіцький, Катерина Балукова, Андрей Чорний. Новини регіону. На этом выпуск завершений. Дякую, что были с нами. До встречи в эфире.